перед началом этого видео я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Вам не сложно, а нам приятно. Фласочка, а часики-то тикают, ё-моё. А, господи, ты чё тут? Я думала, это жители со мной говорят привет. Господи, Фласка, сегодня, как ты поняла, мы будем превращаться в рандомных мобов каждые 30 секунд. Надеюсь, я стану ламой и заплюю тебя до смерти. Короче, ребят, как вы помните, совсем недавно был выпуск, где мы превращались каждую минуту, и он вам очень понравился. Я крутой! Я вижу моба, я должна его грохнуть. Это я, не грохай меня. Стой, Фласка, принеси мне шлем, пожалуйста, чтоб я не горел на солнце. Нет, я тебе шлем не принесу. Я пойду думать о смысле жизни. Па-па-па-па-па-па-па-па. Ну найди мне шлем, пожалуйста, Фласочка. Какой шлем мы сейчас превратимся? Надо не терять время и по-быстрому замутузить этого голема. Да, короче, ребят, вам очень понравился выпуск, где мы превращались каждую минуту. Поэтому мы решили усложнить челлендж и превращаться каждые 30 секунд. Ты кто? Я тоже, что и ты, только походу лысая. Поэтому дрожу. А ты не лысый. Адская лысая. Так, нам бы еще забрать кроватки. А как зайти? Господи, так смотри, берешь ла... А, понял, в чем проблема. Мы слишком пухленькие с тобой, Фласочка, чтоб проходить такие дырдочки. Но слушай, каждые 30 секунд превращаться — это гораздо интереснее. Мне кажется, да, потому что минута идет долго, а 30 секунд быстро. В следующий раз давай вообще с тобой снимем каждые 10 секунд. А? О, ну и мерзость. Найди меня. Оп, не попадешь, Фласочка, е-мое. 30 секунд будем... Нет, блин! Беги в воду! Фу, ну ты мерзость, господи, смотри, что умею. Я чисто шлепок, а ты где вообще? Я лечу, до свидания, Скретч, я любила тебя как брата, а может быть и как отца. Ой, я чуваю! Ты разбилась, Фласочка. Да, я знаю. У меня есть, короче, железный слиток. Зачем нам нужен железный слиток? Чем будем с ним делать? Сколько у тебя железных слитков? Три. Три? О, неплохо. Сделаем себе ведро. Зачем? Я спрут, потому что, блин, сейчас, подожди. Ведро, чтобы в ад портал построить. Наша цель — пройти Майнкрафт. Голем на моих глазах появился, прикинь. Давай, жуй его, жуй, жуй. Нифига, ты его жуешь. Что-то какая-то я медленная. Ладно, халь. Слушай, 8, у меня 8 железа, офигеть. Это мы с тобой сейчас быстренько все сделаем. Такой бесполезный. 8 железа — это круто. Так, на Кирочку, иди и добывай булыжник. А ты что будешь делать? На фонтане, я. Я сижу, вроде посижу. Я тебя сейчас добуду, слышь ты. Спрут недоделан. Ну извините, о, я Мишка. Я рыба! Только не бери меня. Дай кирку, да. Иди в воду отдыхай. Твоя очередь отдыхать теперь. Благо, 30 секунд это не минута, и время это пролетит в разы быстрее, нежели шла минута. Минута идет долго. Минута идет долго, согласен. Так, ладно, у меня уже есть каменная кирочка, и я сделаю нам еще немножечко инструментов. А вообще в идеале нам добыть... Хотя не, одного ведра нам хватит, мы прямо сейчас в ад с тобой можем пойти. Зачем много ведер? Я так и сказала. Давай, делай, Скретч, делай. Я жду. Да сейчас, подожди, я добываю последний булыжничек, чтобы сделать тебе инструментики. Держи, я ради тебя скрафтила тебе. Ладно, так же быть, морковь тоже бери. Упаси, большое спасибо. Сейчас, Фласочка, я делаю. Опа, и ты кто? Я попугай, попуг. А, я думал, ты житель, он стоит, и мне вещи падают. Не-не-не, я попуг, я милый попуг, я умею летать. Фласка, ну ты сейчас превратишься. Тебе повезло. А я кися. Слушай, а мне везет больше, чем тебе. Я постоянно становлюсь каким-то крутым мобом. Так что смотри, так как я крутой моб, мне нужно с кем-то разобраться за то время, пока я слишком крутой. Да, только со мной не разбирайся, пожалуйста. И, кстати, может, еще одного голема найдем? И скрафти ведро. Да в смысле, нету големов. На, кстати, на, забирай железо, делай все. Ты у нас сегодня крафтер, ты у нас сегодня... Ну, Фласки, шиза, в принципе, ничего нового. О, я корова. О, а я никому не нужен. Слайм, слизень, сгусток магмы. Дай угадаю, у тебя полсердечка. Кстати, не знаю, сколько у меня сердечек, у меня что-то как-то залагалось хп. Не-не-не, если у тебя показывает полсердечка и оно не регенерируется, значит у тебя всего полсердечка. Да, походу у меня вообще хп забагалось, ибо у меня такое ощущение, будто бы... Ну короче, лагаю, там, ну не понятно, как-то все странно. Тихо, а, я урон не получаю, я думала, я магму и куб получаю, урон в воде. Не знаю, Фласк, пойдем быстрее. Да ёшкин матрёшкин, я дельфин, нам лаву нужно найти, чтобы портал быстрее построить. Слушай, так это вообще в идеале, набери воду, чтобы она у нас всегда была. Потому что если кто-то из нас превратится в какую-нибудь рыбу, а мы будем с тобой в пустыне, мы... На изи могли взять и под тебя побежали. Логично, это гениально. Все, пойдем искать лаву, потому что я хочу быстрее пройти этот Майнкрафт. Я тебе говорила, что я самая дикая девочка на Диком Западе. Побежали искать лаву, я знаю, где она. Так как я существо адское, я знаю, что она находится где-то там. Ты самый дикий кабан на Диком Западе.
жопа не горит. Ну блин, это придет целых 30 секунд тут сидеть, потому что ты загоришься сразу, как вода закончится. Да зато я знаю, куда бежать, потому что я, так как я была этим свинопотамом, я шарю, куда нам надо. Я тебя ударил, и ты загорелась. Иса, не трогай меня, а то я трону тебя, понял? Не надо меня трогать, я это, попой морковку пожую. Фу, мерзость. Так, все, я забираю воду, 3, 2, 1, забираю и... Да ё-моё, теперь мне вода нужна. Капец, вот просто, нет, на самом деле, каждые 30 секунд превращение гораздо сложнее, чем каждую минуту, это капец просто. Так, зато хорошие новости, я нашла лаву, но, кажется, тут только один блок. Пока что мы не превратились, я помню, я нашла лаву, скретчи, все, давай, я лечу к тебе обратно, давай. Да бегу-бегу, я тебя вижу, вон, попук летит маленький. О, привет, рыба, пипец, ты такой невзрачный. О, да, реально, там один блок лавы, и где-то еще ты говоришь, ой, да я опять рыба. А я опять какая-то чешуйчатая непонятная. Ты ботинок. Сам ты ботинок. Давай, беги, просто беги вперед, вон, куда я смотрю, сюда. Ладно, иди за мной, я тебе сейчас все покажу, беги сюда, я, кстати, быстрый. Блин, ну ты, кстати, своими телепортами так, смотри, не убейся, нигде. Да нормально, я в дырку не упаду. О, я теперь осел. Рыба, ну ёшкин матрёшкин. Походу тебе сегодня не везет, ты какая-то серая маленькая рыбка. Смотри, вот здесь у нас находится лава, так что давай, рыба, строй. Сейчас, да подожди, нужно дождаться превращения, иначе... А нам нужна вода тогда еще. Вот тебе ведро, иди, нужно бесконечный источник воды сделать. Бесконечный источник, окей, ладно, хорошо, я побежал за водой. Где вода? Ё-моё, ну и миссию ты мне дал, где вода? Я не знаю, где вода. Пожалуйста, летающего. Я житель. Я потом, я сейчас сгорю! Нет, Фласка, не сгори! Я в воду! Давай, лети быстрее в воду! О, на донышке! Давай, я жду тебя здесь, я этот, с топором, мужик. Но я к тебе пока не полечу, пока я фантом, я же не смогу. Ну ладно, тут уже 30 секунд почти прошли, ты сейчас превратишься и прибежишь. Я опять стала големом, прикинь, походу это моя судьба сегодня защищать тебя, моя принцесса. Ты меня еще не видела, меня защищать не надо, иди сюда, иди сюда. О, ты тоже здоровый и жирненький, привет, брат. Я смогу тебя подкинуть? Ой, ой. Да я тебя сейчас стукну, посмотрим, больно тебе будет или нет. Не-не-не, надо, у меня 4 хп, 4 хп! У меня, кстати, тоже всего 4 хп и нет еды. Так, погоди, давай, поставь. У меня есть сноп сена. Сейчас я нам сделаю еду. Ты ведро быстрее ставь. Да на, держи. Я шалкер. О, а я свинтус. Можно меня на мясо? Да, так, ладненько. Нужно еще немножечко блоков каких-нибудь. Либо земелечки, либо булыжничка, чтобы построить основы для портала. Но, ребят, кстати, напишите в комментариях, нравятся ли вам ролики с превращениями в мобов. Просто нам с Флоской они безумно нравятся. Алло, Михалыч, я для кого тут это накопал? Да, да. Да-да-да-да-да-да, кстати, надержи землю тебе. Ой, спасибо, спасибо, прямо Флашечка молодец. Нормально, нам пока что везет, давай, строй, я просто не знаю, как это делать, ты у нас профессионал. Ты пока ботинок, будь ботинком, правильно. Так, нам нужно 4 высоту, ну вообще, нет, что ты делаешь, не копай там. Не надо копать, рили? Да, все, уже ничего не надо делать. Понял, восстанавливаю. Так, значит, я сделаю вот так вот, это так, на 2 секундочки, сюда. Блин, я хочу стать кем-нибудь летающим. Ага. Сейчас все будет, пожалуйста, только не рыбой. Кто я? Я теперь рыба, я теперь чилю в своем бассейне. Блин, я вылил. Ай, кусок воды не туда вылил. Нормально. Давай, я жду. У меня маленькая ручка. Теперь единственное, что остается, это строить портал. Оба. Хочешь, давай? Давай прямо сейчас построю. На, держи. Ты поняла, как строить? Только у тебя нет права на ошибку. У меня есть право на ошибку. Право на ошибку есть у всех. Так, снизу, вроде бы правильно. Чисто, Фласка теперь строитель. Вообще, я могу сделать еще одно ведро. Да-да-да, правильно, правильно, молодец. Строй. Ой, да я все знаю, ведро не делай. Давай лучше нормально что-нибудь из инструментов потом нам сделаешь. А то ведро еще одно. Хорошо, кстати, вот здесь 2 блока нужно выкопать. Ты, кстати, правильно выкопала. Понятно, понятно, с кем я общаюсь. То есть я была виновата, вначале на меня орала, потом такая... Я не орала, все понятно, ты меня не любишь. Ты меня не любишь, ой, я пчела. А ты знаешь, кто я? О, ты Гаст. Сейчас подожжешь нам портал, братан. Да, только ты его дострой сначала. Че ты долго строишь? Да это ты долго строишь, потому что я была маленькая без... Что такое? Где верстак? Молодец, теперь без верстака. Так, ладно, я пошел, тут дерево есть. Добуду немножко дерева и заберу древесину. Давай. Ой, кем я стал? О, нормально. Ты ботинок, ты паук, паук. Нет, не паук. А кто ты? Я тебя не вижу. А я от тебя спряталась. Спряталась? Вот хитрая Фласка. Так, давай, закрывай воду. Нужно ждать, пока мы станем кем-нибудь, кто сможет поджечь портал. В смысле, серьезно? Блин, ну ты же был газ, там говорила, поджигаю. Такой, нормально, и так сойдет. Так ты портал настрой, а я... Я из него же в него же превратился. Разве? Нет, ты был кем-то другим. Разве? Вот, типа. Так, ну а как, у нас есть железо. О, здесь куча гравия. О, точняк, давай, делай дело, хотя я чувствую, сейчас мы превратимся в кого-нибудь, кто сможет поджечь. Да, у меня такое чувство, что нет. Давай, давай. Гравий выпади. О, все, все выпало. Блин, а нафига я тогда его собирала? Не знаю, так, все, зажигалка готова. И, о, неплохо. Неплохо, неплохо. Давай, делай, делай, так, делай, делай. Жареное мясо.
Вот ты прям не знал, что это я! Ты прям не знал, что это я! Ладно, я знал, что это ты. Свинопотам пошел в ад. Я тоже пошел в ад. Так, давай посмотрим, в кого мы превратимся, чтобы нормально. Козырно, поперли. Главное еще не потерять портал. Слушай, для информации, а воду если тут разлить, то она исчезнет, да? Да, она испаряется. Можешь проверить, если хочешь. Вау. Где? Где вода? Так, и нужно... Блин, нам нужно стать каким-нибудь летающим существом, чтобы... Это, ну, того. Чтобы, да, быстренько полететь, найти крепость и все такое. Че ты смотришь на меня? Лети давай. Да подожди, я с Гастом сражаюсь. Да нет, я спру. О, господи. Я возродился и стал человеком. Я собираю вещи. А я стала свиньей почему-то. Я не знаю, почему я стал человеком. Да ёшкин матрёшкин. Я опять спру. Короче, ребят, сейчас как-нибудь доберемся до крепости. Ну и тогда продолжим. Ура, крепость Флоска, мы ее нашли. Ага, у тебя есть что пожрать? Да, хлебушек есть, ням-ням-ням. Ну на, держи. Спасибо тебе. Пожалуйста, и сейчас мы опять в кого-то превратимся и... О, неплохо. Ух, халява, вообще неплохо. Давай, да Флоска, да. Да нафиг ты передо мной стоишь, а потом я еще и виновата. Ну ты, конечно, придумал. Так потому что я простроиться хочу. А, ну тогда расстроишься. Я сейчас горю. Я конь. Какой конь, ты осел? Где тут дракон? Посмотри на лаву, она очень опасно выглядит. Выглядит опа. О, кстати, я здесь не житель, мне вообще норм. Да, ты не горишь, так что иди сражайся с эфритами. Чего ты за что не горю? Да потому что адский житель. Понял, слышь, халяв. Ладно, пошел сражаться. Смотрим, как Фласк бежит сражаться. Ёшкин Матрёшкин, давай ты справишься. Малахипа! Так, Фласка, план Г, В, Д, Ж, на, сейчас сделаю. Оба, смотри. Смотри, что в руке. А пожрать-то есть что? Нет. Я пошел сражаться с эфритами, надеюсь, что я не стану селедкой или чем-нибудь подобным. Давай. Так, и давай. Да, он улетел, собак сутула. Кюрьё стол, не вижу. Паучков. О, это очень круто, потому что я отравляю их. Да? Хочешь, себя отравлю? У меня пол хп, не трогай меня. Пол хп всего? Пол хп. На, ты будешь хранитель палки. Храни эту палку. Хранитель палки! Ты чё, орёшь? Такая тупая овца на меня смотрит. Слышь, ты тупая, ты кого тупой назвал? Я тебя сейчас под земли достану. О, лисичка, да нет, у тебя просто глаза. О, лисичка, жрать найди мне, я хочу жрать! Так тут сундуки по крепости этой распрятаны. А, и чё, там еду найдешь в этих сундуках? Не знаю, ну... Не найдем, да. Грустно. О, я вот это съем. О, я сундук нашел, знаешь, что там? Да? Конская броня и седло. Вау, хочешь меня оседлать? Может быть, пожрать что найдем? Кстати, где выход? Ой, я Гаст! Нифига себе, тебе повезло. Я через потолок вылетел. Чтоб ты понимал, я стал настолько здоровый, что меня просто выкинуло из этой крепости. Ну, это логично, ты же большой. Флочка, я сделаю, знаешь что, тебе подарочек. Какой мне под... О, нормально, я здесь. Смотри, что у меня. Флоска. Я тебе подарок принес. Топорик, а зачем, чтобы сражаться с кем? Ты что, хочешь, чтобы я с кем сражалась? А я себе сделал алмазный меч. Ну, блин. И что делать теперь? Ничего, умирать. А я в лаве могу подышать? Нет, не могу. Ты чё? Ну и что теперь делать? Мы остались с тобой без вещей, без всего и без портала. Ничего страшного, мы с тобой по новой все добудем, но... Я в ад не хочу, потому что в аду слишком сложно. Смотри, мы с тобой превратились в какую-то рыбу, и что нам делать? Ну да, а вот попугай нормально. Ты, кстати, кот, ты жрешь попугаев, ты знаешь? А? Не надо. Не-не-не-не-не-не. Так, Фласка, я предлагаю тебе немножко экипироваться, найти, допустим, пустынный храм. Я знаю, где пустынный храм. Я видела его, когда с небес меня спускали на землю. Давай, нам сюда. Ничего, ладно, ищем пустынный храм. Пойдем, козел, пойдем, вот пирамида. Сам козел, а я курочка. Да ёп. Так ты в блоке, то толстенькая. Ты ламой стала. Ой, а я идеально под этот. Под один блок давай ломаем. Нет, Фласка, да я на плиту упал. Ну ты издеваешься. А? Откуда ты здесь? Да откуда? Ты меня взяла и... Ай, ну мы даже не экипировались. Гори. Гори, ясно, чтобы не погасло. Я сейчас помру, тихо кушаем. Кошкой. Ну прости, я не знала, что ты взяла прям на нее. На нажимную плиту пойдешь. Так, ща, кем я стану? Да я не специально. Да блин. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Фласочка и Скрэч. Всем удачи, пока!
Не убивай, твое сердечко! Твое сердечко!